Вань, скажи что-нибудь в камеру. Привет! Это Иван. Адорама. В общем, здесь сейчас проходит какой-то фестиваль, я не знаю, или не фестиваль, что-то, ярмарка какая-то на 18-й улице в Нью-Йорке. Разные всякие компании выставляют, я так понимаю, свои какие-то товары. А спонсором этого всего, по-моему, является Адорама. Адорама — это, видимо, магазин электроники всякой разной. Долго идет, ему очень тяжело, я думаю. Ваня, купи телевизор, брат. Мне купи, да, телевизор. Что еще здесь происходит? Ну, особо не интересно. А может, сыграем в какую-нибудь игру? Сколько стоит это все дело? Вот можно в баскетбол поиграть. Дети играют. Да, кажется, я у них выиграю. А где твоя жена? Все, мы идем знакомиться с Ваниной женой. Я на «вы» уже со всеми на камеру разговариваю, потому что мне кажется, у меня там 200 тысяч подписчиков скоро будет. По чесноку я только начал. Это сегодня первое видео. Скоро их будет очень много на YouTube. Hello! Say hi! Hi! How you doing? Awesome! Welcome. Have a good time. Thank you. Тут нужно много раз стрелять и порвать этот листик, по-моему. Там, походу, какой-то показ модное шоу. Там мастер-класс. Бикини во Флориде. А? Прикольно. Ну, ты, Ваня, я просто забыл рассказать, он один из самых лучших дизайнеров в Америке. Если что, обращайтесь к человеку, там все мои 200 тысяч подписчиков, обращайтесь. Я его потом ссылку сделаю в YouTube на его, что, на его веб-сайт, да? Что у тебя есть? Как к тебе обращаться, Ваня? Я вот факс оставлю, отправляйте ему все факс. Я слышал, что многие люди жалуются на то, что им очень не нравится их голос. Я думаю, что мне мой голос тоже не очень будет нравиться. Как тебе будешь искать? Какой у тебя план, Вань? Смотрите, экран, короче, изогнутый. Очень интересная штука. Мне кажется, я бы очень хотел себе такой экран. И играть во что-нибудь, да? Или видео делать, наверное. Is there an adapter for iPhone? No. Yeah. Выпускают адаптер и можно вообще куда угодно, чуть ли не на iPhone. В общем, крутая линза, она весит почти как я. 65 кг. Окей, 80. Ладно, она полегче. Все, мы идем обратно. Ванька ищет жену свою, никак не может найти. Вань, попробуй по запаху. Запускать все видео, да, мои видео, они все будут на iPhone, тогда Ваня не будет всегда со мной, он первый раз, последний, больше я не возьму с вами. Случайно, он жену так и не нашел, никаких признаков вообще здесь ее нахождения, поэтому он поехал домой, походу. Все, печально. Ладно, печаль.